предлагаю закрепить нашу дружбу. За мир. За дружбу. За жвачку. А давайте за то, чтобы мы живы. О, начинается. Ваш сын разбил машину моего племянника. Деньги надо вернуть. Я писатель и честный человек. Я на рынок торговать не пойду. Белье, нижняя девушка. Ну что за персонаж? Это наш с тобой начальник. Просто очень надо 1000 долларов. Только баксов, знаешь, на дороге не валяется. Взрослая же девочка должна понимать прекрасно. Дядя Алик, возьмите меня к себе. Я сам должен этот долг отработать. Да ладно, Санчик, иди домой. Жуй жировку, пей газировку, живи полной жизнью. Не спеши взрослеть. Беспредела мы не хотим. Мы за равенство. Чтобы люди, кто наворовал, поделились с народом. Видишь, что у тебя сын вор? Я снова все смотрел. И куда же ты собрался? Я просто не хочу всю жизнь бояться. Я с тобой. Нет, там опасно. За свои поступки отвечать надо. А ты на войне не убивал? Мы за Родину убивали! Ты по дурости убил! Ну вот, в ближайшую неделю никаких нагрузок и секса. Шучу, секс можно. Смотри премьер.